Такое бывает только в кино. Нарушитель, погоня, несколько патрульных машин, развязка. К счастью, без пострадавших. Во время рейда нетрезвый водитель сотрудникам ДПС удалось задержать водителя, который устроил гонки по улицам ночного города. Кстати, я подъезжаю со стороны судгородка. Десятка темного цвета из стороны солнца виляет. Без номеров, тонирована вся. Попринял. Машина повернула на Крывого еще сейчас, на запрещение светофора. Не имеется, да? Вы лишены права управления. Вообще не имеете права управления. Во время записи протокола мужчина путался в показаниях. То фамилии называл разные, то адреса. В итоге, кроме вождения в нетрезвом состоянии, управления транспортным средством без прав, инспектора ДПС выявили нарушения с его стороны на 12 000 рублей.